отклонили запрос социалистов. Конституционный суд счел ходатайство ПСРМ о полномочиях президента Молдовы в том, что касается выдвижения кандидата на должность премьера, недопустимым. Судьи сослались на то, что депутаты-социалисты не представили убедительных аргументов. В решении КС говорится, что авторы запроса не доказали то, что им не ясен смысл обсуждаемых проблем. Более того, они посчитали бессмысленным высказываться по статьям Конституции, которые четко сформулированы. Социалисты Василий Боли и Григорий Новак обратились в инстанцию с запросом истолковать полномочия президента страны, указанные в 85 и 89 статьях. Они хотели выяснить, каков крайний срок для выдвижения президентом кандидатов в премьеры в обозначенный трехмесячный период, и если отказ или бездействие главы государства в этом вопросе является серьезным проступком, нарушающим положение основного закона. Также они уточняли, что грозит президенту, если он не выдвинул кандидата в течение трех месяцев. Решение Конституционного суда окончательное и обжалованию не подлежит.